Сегодня на нашем телеканале стартовал милый и добрый проект «Маме с любовью». Юные первоуральцы записывают поздравления к Международному женскому дню, которое мы покажем в эфире. Подробности в сюжете. Мамочка моя родная, очень я тебя люблю. Молодец. Еще раз повторить текст, поправить прическу и рубашку. Уже через несколько минут Тимофею Скворцову предстоит прочитать в студии трогательное стихотворение к Международному женскому дню, которое услышит весь Первоуральск и мама. Мамин праздник наступает, символ счастья и весны. Мама, каждый пусть знает, и лучшая на свете ты. Брат и сестра Тимофей и Екатерина – первые участники проекта «Маме с любовью», который стартовал на нашем канале. С телеэкрана юные первоуральцы могут произнести слова любви и благодарности своим самым близким – мамам и бабушкам. Восьмилетняя Екатерина подготовила стихотворение для мамы всего за один день. Рассказывает, выбрать помогали родители, а вот учила сама. Рассказывает то, что я там маме поцелуй посылаю, люблю ее сильно. Она у меня... Ну, хорошая, красивая, добрая. Все, что нужно для участия в проекте «Маме с любовью» – подготовить поздравление к 8 марта и рассказать его в студии нашего телеканала. Конкурсантами могут стать девочки и мальчики в возрасте от 6 до 12 лет. Всех участников проекта ждут подарки. Трех победителей, которым достанутся призы, выберут спонсор, сотрудники телеканала и зрители. Родители участников видят в проекте еще один плюс. Во-первых, я считаю, что каждой маме будет приятно услышать от своего ребенка поздравления. А во-вторых, это для ребенка работа в студии, работа с камерами придает уверенности, ответственность, что он уже берет ответственность на себя, он должен выучить определенный текст, определенным образом его рассказать. Запись участников проекта продлится до пятницы, 4 марта. А уже с субботы поздравления будут транслироваться в эфире телеканала. Подробнее о конкурсе на сайте первомедиа.ру. Екатерина Котельникова, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.